имя самой известной Родионовны? Да хорош. Не знаю. Сумма углов треугольника? 3. В градусах? 135, по-моему. Анна Каренина. Кто автор? А вот сейчас что-то я прилип. Анна Каренина. Островский. Махунга! Здравствуйте, это Негодяй ТВ. Сейчас будет передача «Вопросы за бабоса» с элементами Поля Пудес. И, как вы думаете, почему так долго меня не было? 3 месяца или 4 я не снимал вашу любимую передачу «Вопросы за бабоса». Я стал продюсером. Продюсер? Я продюсер. На производстве теперь я работаю продюсером. Видосы всякие разные, четкие снимаю, как бы, потихонечку. Сейчас я буду вам задавать вопросы, отвечая на них, вы будете получать бабосы. Передача немножко с элементами Поля Пудес. Поэтому крутите барабан. Хорошо, кручу. Как-то по-настоящему крутаните? По-настоящему крутаните, хорошо. Крутим. Пока немного расскажите о себе. Меня зовут Михаил, я работаю здесь завхозом. Мы на производстве. Чего производстве? Производство МТ. FL House, компания МТ. МТ? Это модульные дома, да. Модульные каркасные дома, которые, да? Нет, сзади. Не модульные каркасные, а именно модульные. А чем отличаются от каркасных? Ну, каркасные дома собираются целиком на участке, а модульные дома собираются в цеху, а потом отводятся уже на участок и там монтируются. Я не хотел вас отвлекать, но барабан уже прокрутился. Это был элемент Поля Пудес. Угу. Первый вопрос. Для вычисления площади чего нужно число пи? Окружности. Круга? Окружность. Или окружности? Окружности. А круга и окружность, это разница есть? Я это просто не соображаю. Теоретически, наверное, да, но правильно, наверное, окружность. И это очень правильный ответ. Краткий и насказательный рассказ в стихах или прозе с нравоучительным выводом. Босня. Не думая. Да. И это правильный ответ. Анна Каренина. Кто автор? А вот сейчас что-то я прилип. Анна Каренина. Островский. «Война и мир». Толстой. Да? Кто здесь? Давно учился. Подумаешь. Подумаешь, давно важность давно. Какая? Сколько секунд в 24 минутах? Здесь надо посчитать будет. Так. Сколько секунд в 24 минутах? Значит, так, 1200 плюс 6, 4, 4, 1640. У меня другая немножко информация. Да? Так, мне проще как бы 6,60, еще два раза 60, 120, и 6,4,24, 100, так, 140, 1440. И это правильный ответ. Последний вопрос. Ответив на него правильно, вы получаете, Михаил, 1000 рублей. Очень нормально? Хорошо. Конечно, хорошо. Слава Богу. Я не жадный. Граф Орлов был фаворитом какой императрицы? Екатерина. Их там несколько. Ну, по-моему, великая. Вторая. Вторая великая. Вторая великая. Нам что вторая, что великая, это одно и то же. Приз в студию. Подержите колбаску. Всем привет, кто меня знает. Еще что-нибудь я не знаю. Ну, а что еще? Да, собственно говоря, как бы... Все, кто знает, все меня знают. Прошу вас, это ваш приз. Благодарю. Михаил, спасибо вам большое за то, что не постеснялись и с удовольствием приняли участие на нашей вот этой вечеринке. Все. Благодарю. Мы на производстве модульных домов. День добрый. Рядом со мной стоит... Меня зовут Виктор. Виктор, сейчас будет передача «Вопросы за бабоса» с элементами Поля Пудес. Не понял, но очень интересно. Крути барабан.
Какой? Обычный барабан. Крути. Ну, был бы он, я бы крутанул. Кем ты здесь работаешь? Расскажи, что делаешь? Я работаю маляром. Мы красим доски разного типа. Пол, стены, потолок, фасад. Снаружи то, что находится. Подготавливаем дом. Ну, чтобы дом вышел у нас хороший, красивый. Барабан прокрутился, поэтому будем начинать. Давайте. Определи площадь квадрата со стороной 5 сантиметров. Со стороной 5 сантиметров, да? Я затрудняюсь ответить, честно. Площадь, как мы узнаем площадь? А, ну умножить на b. Квадрат. А, 5 на 5, 25. Браво! Кто был русским императором во время Первой мировой войны? Так, император у нас. Царь это у нас Иван Грозный. Император. Петр Первый вроде, нет? Во время Первой мировой войны. Во время Первой? Сталин. Примерно в каком году была Первая мировая война? 1939. 1914. А, 1914. А в те годы был кто? Потом его. Казнили. Александр. Нет, получается, не Александр. Он был последним императором. Честно, я не помню. Николай. Николай II. Ну, браво. Спасибо вам. Браво. Я для этого и есть здесь, чтобы подсказывать. Да. В каком произведении мужик случайно попадает под трамвай и ему отрезает голову? Не помню. В школе проходили 8 класс, но я уже не помню, честно скажу. Булгаков написал? Не помню, честно. Там один чек, он по-любому мастер чего-то. Маляр, может быть. Нет, я понял, о чем. А другая женщина? Я понял, он мастер, а она? Маргарита? Благодарю. Как называется треугольник, у которого все углы 60 градусов, а все стороны равны? Равносторонний. Вопрос 5. Отвечая на него, ты получаешь 1000 рублей. Попробуем. Специфическая единица измерения объема нефти. Объема нефти? Барах. В барелях. Барель. Ляжка горит. Сам понимаешь. Не понимаю. Передаю привет маме, папе. Они меня воспитали. К сожалению, я плохо знаю что-то. Это факт. Но будем стремиться к лучшему. Главное не стесняться этого. Ну подумаешь, мы чего-то не знаем. Ты думаешь, я «Мастер и Маргариту» прочитал только одну главу месяц назад. Знаешь, к какому выводу я пришел? Я не буду дальше читать. Мне не понравилось. А вы хотели, чтобы мне это понравилось в 10 классе? Спасибо большое. Это аллилуйя. Да. Спасибо, Витя. Хорошего всем вечера. Взаимно. До свидания. Это передача «Вопросы за бабоса» с элементами поля ПДС. Чего? Ничего, крутите барабан. Сергей, что? Крутить барабан. Какой? Ну как крутится барабан? Он вот так вот берется, вот так вот берется, и вот так вот он крутится. Пока расскажите о себе немножко. Я занимаюсь, являюсь руководителем сервиса компании Fellhaus на данный момент. У меня уже более чем 20-летний стаж в постройке каркасных домов. Также занимаюсь развитием и технадзором. Проще мне задавать вопросы. Хорошо, тогда первый вопрос. Треугольник, в котором две стороны имеют равную длину. Равнобедренный. И это очень правильный ответ. Стремительно,
падающий с высоты поток воды. Водопад. Имя человека, которого мы помним по событиям 1240-го и 1242-го года. Александр Невский. Место впадения реки в море, озеро или другую реку. Вот крутится в башке. Устье. Нет, господи, устье – это начало. Я не знаю, у меня написано устье. Устье. Ну, по идее, должно быть правильно. Может быть, я, да, в интернете устье. Вопрос взял этот, поэтому там же не врут. Я бы так не сказал. Первая координата точки. Нулевая. Рэпер. К сожалению, другое слово там. Абсцисса. И это абсолютное браво. Спасибо, это было шикарно. Приз в студию. Где мой приз? Привет всем строителям. Продолжайте. Которые строят правильные каркасные дома. А то, как выглядят некоторые видосы, которые я как продюсер снимаю для компании Fellhaus, вы можете посмотреть. В описании будет ссылка на канал и все это. А что ты делаешь здесь? Работа. Че, кем, как? Плотником, ну, нормально. Получается, что ли? Ну, получается. А что получается? Ничего. Ничего не получается, но да. Что-то получается. Ну, что-то получается. Ну, все хорошо получается. Ну, хорошо получается. Ну, главное, чтобы хорошо получалось. Ну, конечно, конечно. Ну, слава богу. Круси барабан. Давайте, что то, что крутит барабан. Он же крутится как-то вот так, как-то крутится. Ну, можно вот так. Окей. Сейчас прокрутится. Продолжим. Ну, вроде все. Имя самой известной Родионовны. Да хорош. Не знаю. Няньки Пушкина. Ты специально это делаешь. Вопросы за бабосы. Ну. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь, получаешь бабосы. Ну, уже не получается. Проиграть невозможно. Да как возможно? Сегодня невозможно. Возможно. Родионовна, нянька Пушкина. Арина. Кто? Арина. Ну вот, ёк-макарёк, можешь же, блин. Не, просто в такие моменты у меня мозг отключается вообще максимально. Вот видите, все из-за того, что это такие моменты. Да. Идем. Какую часть часа составляет 20 минут? Одну третью. Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. Мифы? В честь какого авиаконструктора названы самолеты Ту? Ту? Не. Поле-поле-поле-полюшка. Не, отвечу на этот ну, вопрос. Поле-поле-поле-полюшка. Ту? Поле-поле-полюшка мое. Да не отвечу я, ни мать не знаю. И предлог. В. Виктор. Виктор. Ту, поле, Виктор. Виктор. Ту, поле, Виктор. Ту, поле, Виктор. Ну, если ту, поле, Виктор, то что тогда? Не знаю. Нам нужна подсказка друга. Можно тебя? Что-то про Ту-134. В честь какого авиаконструктора названы самолеты Ту? Вот, да. Я говорю ему поле. И говорю, ну и предлог В. Куда уж? Куда уж дальше подсказывать-то мне? Вот. Вот, вот. Ту поле. Вроде вот. В. Туполев. Тополев. Туполев. 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 Спасибо за подсказку. Я говорю, вроде как. Ну и что там? Туполев.
Отрезок, соединяющий две точки окружности. Бисектриска Лариска, нет? Нет. На букву Х. Не Катик, Катик. На букву Х. Нет, 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 нет. Подожди. Две. Хо. Р. Ну да. Даже так. Что-то вообще, да. Я что-то туплю тоже. Хорда. Хорда? Или Харда? Хорда. Хорда или Харда? Короче, давайте так вопрос. Хорда или Харда? Харда. Хорда. Победила дружба. Передаю привет всем своим родственникам, друзьям, коллегам по работе. На двоих подарок тогда. Вопросы за бабосы с элементами поля чудес. Не, на первый вопрос, по-моему, первый вопрос был самый вообще легкий. Про няньку Пушкина? Ну. Я тебе говорю, Даня, я Даня, просто Даня, негодяй. Ну и про точку, кстати, я хрен. Про кого? Хорда. Ну, две точки. То есть промежуток получается между двумя точками, как называется? Или как вы сказали? Ой, две точки, которые вот соединяют. Я, кстати, постоянно смотрю вот такие вот на Ютубе ролики, типа. И думаешь, думаю, ебать, вы тупые, реально, да? Реально тупые, а тут сам тупишь, да. Столкнулся с этим и реально понимаешь, что. Ну, на самом деле, больше смущает камера. Выше надо? Камеру. Да. Нормально так? Артём? Да, здравствуй. Вот, как-то так-то вообще отлично. Крути барабан. Просто с элементами поля ПДС передач. Ну, что-то нужно вводить новое. Расскажи о себе. Как все, живу, работаю, воспитываю дочку, недавно родилась. Я смотрю, барабан прокрутился. Вопрос первый. Сумма углов треугольника? Три. В градусах? 135, по-моему. Это он тебе подсказывает? 170 градусов. Всего сколько градусов? То... Чего сколько? 360 градусов. Всего 360. Но. А если мы возьмем треугольник, получается? Треугольник. Ну. Ну пускай он будет прямой, например, да? Прямой. Но. Треугольник. Один то угол есть один идет угол 90, по-любому 90? 90. А эти-то сколько? Чтоб в совокупе получается 180. А, я... Нет, 360. 360 минус 90. 180. Это какая-то путаница. Так в итоге сколько? 180. Все верно. Разговор между двумя лицами или обмен репликами? Диалог. Диалог. Раскольников – герой какого романа? Ух ты, ё-моё, Раскольников. Мертвые души. Топором старушку. Задудонил. Мастер Маргарита. Нет. Получается, если он убил человека, это у нас что? Преступление и наказание. Аллилуйя. Столица Японии. Пекин. А, Япония. Токио. Кто автор «Капитанской дочки»? Булгаков. Нет? Помнишь, мы спрашивали у Даньки про Родионовну? Это где-то рядом. «Капитанская дочка» Пушкин. Приз в студию. Передаю привет своим родственникам, друзьям, близким. Благодарю. Спасибо большое за участие.
Спасибо всем, кто посмотрел эту великолепную передачу. Не забывайте обязательно ставить лайки, писать всякие разные комментарии. Про канал этот забывать не буду. Лупить для вас контент иногда такой, а иногда другой, а может и никакой, в удовольствие буду. Ну и переходим все на каналы FL House, в описании есть ссылка. И в комментах пишем всякого многого разного, лайки там ставим. Скажут, вот ты продюсер, снимаешь свою херню, а у нас ни просмотров, ни хрена, с Гулькин хвост, ничего нет. Всех от души в душу прошу перейти к ним на канал, подписаться, поставить лайки и написать, что ой, как вам повезло, что у вас негодяй ТВ Жека, продюсер. Это все обязательно напишите в комментариях, но не здесь, а у них там на FL House, напишите все это. Ну и также свои мысли о том, что есть такие модульные дома. Я смотрю, как они работают. Ну, что говорить. Все то, как это происходит, какие материалы у них, халтурят, не халтурят, как бы. Все это будет на их канале, на FL House канале. Together.